Доброе утро, мои дорогие. Сегодня у нас Алиэкспресс. Так. Ну, во-первых, что у меня пришло? Пришла у меня вот такая вещь. Стоит она там что-то 100 рублей. К ней серьги прилагаются. Вот. А те, кто смотрит мое видео, знают, что я это обязательно разберу. И что-нибудь сделаю поблагородней. Ну так, штучка неплохая. Единственная проблемка. Отвалился стразик. Вот тут вот. Вот. Вот тут вот. Я его, конечно, приклею, но спор открою. Они мне все равно полцены вернут. Что ж такое-то? Некачественно так делают. Ну и серьги потом сделать, конечно. Другие надо. Так. Теперь у нас бусины деревянные. Я уже у них не первый раз заказываю. Это вот 10 миллиметров 150 штук. И 8 миллиметров 300 штук. Недорого. Хорошо. Хороший продавец. Нормально общается. Упаковывает все хорошо. Рекомендую. И вот такие вот медные подвесочки у меня пришли. Их 5 штучек. Стоят они меньше 100 рублей. Вот такие веточки. У них тут огромное количество отверстий. 1, 2, 3, 4, 5, 6 отверстий. Ну, потом сделаю, покажу вам, что я из этого сделаю. Их 5 штучек. Так, и еще у меня пришли вот такие 2 подвесочки. Хочу сделать мужские бусы. Сейчас они очень модные. Вот эти Непал. Вот, и вот такие волки. Стоят они по 40 рублей штука. Все нормально, нигде ничего. Хорошие. Ну, так что будем делать. Ну и заканчиваю я распаковку. Вот пришли у меня 2 нитки бусин вот таких. Индийский агат. Ну, он недорогой совсем. Поэтому не такой яркий, как обычно бывает. Но мне такой и был нужен. Вот, сделаю украшение. И вам покажу, конечно, потом. Вот. Они такие и коричневатые тут, и крапинки всякие. Вот. Пришли очень быстро. Продавец хороший. Все было хорошо запаковано. Будем делать. Ну, пока-пока, мои дорогие.